ارتق بسعيك ما ردت لترتقي 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 مكنون قلبك مثل نور مشرقي 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 وابذل تقطف خيركم في بهجة وتسيل في الأكوان من نبع نقي. Попробуй стать хафизом благородного Корана, знать Коран, разбираться в нем и понимать, и тогда ты не найдешь для себя более подходящего и красивого описания, чем «Кирамум дарара» – благородные и покорные. Этим красноречивым кораническим выражением Аллах описал приверженцев его книги, носителей и хранителей Корана, обладающих высокой степенью перед Аллахом. И как может быть иначе? Ведь хафиз благородного Корана займет свою степень у последнего аята, который прочитает. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Я попал в мечеть в возрасте 9 лет. Там я учился у очень знающего, тщательного шейха, который достойно воспитывал своих учеников. Сначала мы с ним учили короткие суры. Та мечеть, в которой я учился, отличается тем, что с детства учащимся хорошо ставят таджвид. Ребенок не переходит к другой суре, пока не выучит ее наизусть и не прочитает так, как надо. Я поступил в одну из коранических школ, которая находилась недалеко от того района, где я жил, в городе Та-Аза. Вначале было сложно. Самое начало заучивания бывает очень сложным. Я выучил благородный Коран в риваяте Хафса от Асима. После того, как я выучил Коран, я перешел к стадии подготовки к иджазе. Эту стадию желает достичь каждый хафиз, чтобы закрепить то, что он выучил наизусть. После этого я перешел в ассоциацию ан-рам. Там я прочитал Коран и получил иджазу по Кираату Асима в риваяте Хафса от Асима. Я учился и в обычной школе, но там мне было очень скучно. Что касается благородного Корана, то в нем скуки нет и быть не может. Это облегчение от Аллаха Субханаху ва Тааля. Одной фразой Мухаммад аль-Вариди резюмирует для нас, чем книга Аллаха Азза ва Джаль отличается от других книг. Этой одной фразы достаточно для того, чтобы мы пересмотрели наши академические достижения и поняли, что мы обязательно должны поставить Коран во главе всего, и при этом, конечно, продолжать изучать и другие науки. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Я закончил заучивание Корана примерно в 15 лет. В основном я учил его в коранических центрах и на уроках. После этого я присоединился к одной программе. Это была специальная программа, которая отличалась тем, что организовывала конкурсы и закрепляла заучивание Корана и таджвид. Я читал Коран с 4 лет. За 3 года, то есть к 7 годам, я выучил его наизусть. Мой отец учил меня, я учил Коран с ним. На этапе чтения и таджвида я сидел перед шейхом. И порой некоторые вещи или некоторые моменты в таджвиде тебе не даются, или ты не можешь выучить некоторые суры или аяты, особенно похожие и повторяющиеся. Тогда ты чувствуешь слабость, иногда теряешь интерес к заучиванию. Но если будешь полагаться на Аллаха, то почувствуешь радость и интерес к тебе вернется. В тот момент, когда Сулейман и его товарищи завершили заучивание книги Аллаха Аззаваджаль, Башир стал должником Корана. Каждая слеза, которая орошала его глаза, каждое размышление, которое проникало ему в сердце и вселяло в него жизнь и покой, душевное спокойствие, которое приходило к нему в форме улыбки, все это было из-за Корана. Эта улыбка вырвалась у него от скромности, когда я назвал его шейхом. И посмотрите, какая скромность! Он решил, что не заслуживает этого звания, не заслуживает того, чтобы называться шейхом. Я не заслуживаю этого титула. Я не шейх. Я просто ученик. Оставь меня на моем месте. Оно мне подходит. А шейх — это что-то более высокое. Но после того, как я проявил настойчивость, он сказал: «Хорошо, хорошо. Ты можешь меня так называть, но не другие». Башир Гуни выделил меня среди остальных, разрешив мне называть его шейхом. Такова реальность жизни, и ничего удивительного в этом нет. Чем больше человек возвышается в религии Аллаха, тем скромнее он себя ведет в отношении к людям. Так что тогда можно сказать о скромности хафизов книги Аллаха Аззаваджаль? أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Коран — это неиссякаемый источник для сердца. Когда человеку грустно, когда он печалится, он начинает читать книгу Аллаха Аззаваджаль, и эта печаль уходит. Это известная вещь о Коране. Коран очень дорогой, очень ценный. Ему нужно следовать, всегда быть рядом с ним и никогда не отдаляться от этой книги. Ты должен стабильно прочитывать в день определенную часть Корана. И твое чтение с таджвидом также должно быть стабильным и постоянным. Клянусь Аллахом, у тебя появляются прекрасные чувства, когда ты учишь благородный Коран. И более того, когда в судный день хафиз наденет на своих родителей корону почета, которая будет светлее солнца. Как в этом мире можно встретить новость о том, что человек в совершенстве выучил благородный Коран? Я говорю не о том, что он просто выучил его наизусть, а знает его в совершенстве. И я прошу Аллаха сделать меня из числа таких людей. Эта новость может вызвать исключительный восторг, радость и счастье. Если тебе этого недостаточно, представь себе выражение лица твоих родителей, которым сообщат такую новость. أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان. Путешествие с заучиванием книги Аллаха было необычным путешествием. Оно было в десятки раз глубже обычного путешествия. Это было предопределение, полное благо, избрание людей и верности, которая не допускала предательства. Это было особенное путешествие, проникающее в душу и охватывающее собой всю сущность человека. Я бы хотел, чтобы все люди не оставляли Коран и читали его хотя бы по 10 аятов в день. А каждого, кто его выучил, я прошу не забрасывать эту великую книгу и не отказываться от нее. Основное послание для всех, кто несет Коран в своем сердце и душе, чтобы они также и преподавали Коран. Так они подпадут под достоинство, упомянутое в хадисе: «Лучшие из вас те, кто изучал Коран и обучал ему других». Если ты станешь таким лучшим, тогда ты непременно будешь наслаждаться в этой жизни. И с соизволения Аллаха будешь наслаждаться и в ахирате. С соизволения Аллаха. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ما أعذب القرآن أصدق آية ورسالة جاءت بخير مغدق ألقاه ربي في العوالم كلها فإذا بها بعد الضلالة ترتقي فإذا بها بعد الضلالة ترتقي.